Ассаламу алейкум, дорогие зрители, с вами Камола и проект Дом Тут. Сегодня мы посетили офис продаж жилого комплекса Ресим и будем беседовать с Фарухом Кузиевым. Он расскажет нам всю необходимую информацию. Фарух, здравствуйте. Здравствуйте, Камола. И наш первый вопрос, он общий. Скажите про локацию с данного жилого комплекса, сколько намечается корпусов, этажей и сколько квартир? Данный комплекс располагается на Сияшабанском районе, недалеко от парка Ашхабада, по улице Махтумкули. Получается, у нас перекресток Ташсельмаша идет, и буквально 200 метров. Возле нас клиника Эрамед, также банк расположен. Если говорить про сам комплекс, у нас комплекс состоит из трех блоков. Первый блок 22 этажа, второй блок 25 этажа, третий блок 24 этажа. Общее количество квартир 438 квартир. Сколько процентов квартир на сегодняшний день вы уже продали? На сегодняшний день у нас продано всего лишь 10% квартир. Мы недавно стартовали, недавно начали продажи. Соответственно, у нас продажи идут с ноября месяца всего лишь. Когда планируется сдача объекта? Предварительно сдача данного объекта в 2025 году, третий квартал у нас планируется. Расскажите про цены, то есть цену за один квадратный метр и как вообще будут варьироваться цены в зависимости от этажа или планировки? Смотрите, здесь цены за квадратный метр у нас не продаются. Мы здесь продаем сами объекты, как можно сказать. Здесь есть объекты как однокомнатные, студии, да. Цена общая их выходит примерно от 40 тысяч долларов. Есть двухкомнатные, трехкомнатных, их цена предварительно выходит за 70 и выше тысяч долларов. Здесь уникальный проект, и мы решили принимать здесь нестандартный подход. Продавать не квадратный метр, а продавать сам комплекс и сами объекты. И поэтому у нас нет четкой границы цен. Но предварительно могу сказать то, что квадратный метр примерно стоит 1260-1300 долларов. Ну и, соответственно, это больше 15-16 миллионов сумм. А как предусмотрены вообще варианты оплаты? Смотрите, при 100% оплате у нас есть скидки, есть рассрочка на 2 года, минимальная оплата у нас 30, средняя это 50, и остальное на 2 года у нас рассрочка идет. Рассрочка беспроцентная? Да, беспроцентная. То есть цена фиксируется в начале, как вы приобретаете, она до конца идет у нас такая же. Какова минимальная и максимальная квадратура ваших квартир? Минимальная квадратура у нас примерно это 28-30 квадратов, максимальная 150 и выше квадратов есть. Сможет ли клиент по своему желанию предоставить свою планировку или же у вас уже вот стандартное, то что уже решено? У нас квартиры остаются в виде коробки. То есть клиент по своему желанию может разделить квартиру как хочет, как угодно. То есть он может уже свои. Да, у нас нет никаких ограничений, как ему дизайнер, либо сам клиент захочет, он может разделить квартиру по собственному желанию, соответственно. А что насчет сейсмоустойчивости? Ой, сейсмоустойчивость, если брать, у нас 9 баллов. По сейсмоустойчивости к нам приходили, проверку прошли мы. И когда мы делали фундамент, мы заливали, туда еще сваи делали. Соответственно, из-за того, что объект большой, 25 этажей, в землю мы закопали очень-очень много свай. Количество точно не могу сказать. Расскажите про территорию жилого комплекса. Что помимо вообще квартир будет доступно на территории? То есть парковка, детская площадка и что еще? В данном комплексе у нас будет собственная детская площадка, закрытая зона, подземная парковка. Также мы планируем здесь, чтобы были фитнес-залы, спа-зоны, также кафетерии были. Наверху планируется зона барбекю. Кроме этого, у нас есть наземная парковка вокруг комплекса. Также у нас планируется подземный паркинг, это минус 4 этажа. Первый, второй, третий, четвертый этаж – это коммерческая зона, где у нас будут бутики, магазины, спа-салоны, фитнес-залы, ну и все-все остальное. А начиная с пятого этажа у нас идет уже жилые квартиры, можно сказать. Фитнес-залы, магазины и все остальные коммерческие зоны, которые вы упомянули, они предусмотрены только для жителей данного жилого комплекса или любой желающий также может по желанию посетить их? Смотрите, первый, второй, третий этаж – это коммерческие зоны, где у нас будет общее пользование. Четвертый этаж полностью отдан для наших жителей. Там, где будет фитнес, спа, детские садики, еще какие-то оздоровительные моменты, жители могут иметь полный доступ. Пока мы не знаем, какая будет стоимость данных услуг, это будет ближе к сдаче объекта определяться уже самой управляющей компанией, которая здесь будет.
Расскажите, насколько благополучен район и вообще, что находится поблизости вашего жилого комплекса? Смотрите, наш район, наша локация чем удачна? Если взять, в ту сторону можно уехать в горы, Мостопоичу, в эту сторону у нас 4 километра, не больше уже город, Азия-Альянс-банк, даже Санаут-Курлыш-банк, поликлиники, детские сады, школы, Корзинка, недалеко еще рынок Паркинского, также строительный рынок Паркинского, остановка тоже рядом, заправочные станции. То есть для жизни наших клиентов здесь все условия есть. Если захотите выехать в горы, вам налево уехали, хотите в город поехать, покушать, отдохнуть или сходить в ресторан, соответственно, в город можно выехать. Все как бы благополучно так сделано, чтобы клиент не тратил много времени, так как время на сегодняшний день – это один из главных ресурсов наших людей. И теперь последний наш вопрос. Подытожим все плюсы, которые вы упомянули выше. Почему клиент должен выбрать квартиру именно вашей новостройки? Скажу, смотрите, в Ташкенте таких проектов очень мало. Почему именно у нас? Ну, один из плюсов – это то, что такого проекта почти нету, не считая других проектов. Второй момент – это локация, инфраструктура. И то, что предлагаем мы, как строительная компания и в дальнейшем управляющая компания, не все это могут предложить. То есть здесь можно и работать, и жить в одном месте, не тратить свое время. То есть это своего рода мини-городок, в котором доступны все удобства? Да, это мини-городок, где все условия для жизни, все критерии предусмотрены. Большое спасибо вам за интервью. Спасибо вам, Камала. Дорогие зрители, мы вам напоминаем то, что вы можете найти всю необходимую информацию про новостройки Ташкента на нашем сайте dom.uz, в инстаграм-страничке, а также в телеграм-каналах на двух языках. Также, уважаемые клиенты, можете обратиться в нашу компанию Allianz Estate для того, чтобы мы могли вам подобрать новостройки в нашем городе.